Здравия в путь! С вами Пиво ТВ и я его ведущий, Пьяный Советник. И сегодня я решил сделать обзор на пиво, которое подойдет для лета. Я слышь, а ты Пьяный Советник? Ну да. Иди сюда! Проснись! Чё, где я? Я тебя привёл снимать обзор на наше пиво! Ничего я не буду снимать! Чё сказал? Чё, будешь снимать? Ничего я не буду снимать! Ты чё, охренел что ли? Я тебя заставлю снимать! Чё? Заставлю, будешь снимать! Вот тебе пиво, начинай снимать! Ёб твою мать! Жигулевское светлое пиво. Да, оно очень вкусное, дешевое. Ай! Не дешевое, а доступное! Все для людей. Доступное пиво жигулевское, да. Попробуем, какое оно на вкус. Ну она так себе, ну хорошая, ну идеально ничего не бывает, но она близко. Солода дают хороший вкус, хмель прям берет за душу, вкусно, да, доступно. Можно уже все, хватит. Пустите меня, пожалуйста. Еще на бутылку бери. Я не буду уже это делать. Ну ты мне отказ, бери вторую. Вторую, пожалуйста, да. Вот, отлично. Кавашку держи. Отличное пиво. Наше, да? Отличное наше пиво. Верная цена. Очень вкусное, я прям уверен. Варят, наверное, наши русские ребята, да? Русские же. Афанасий. Да, Афанасий варит хорошее пиво. По доступной цене. Верная цена называется. И название отличное. Сейчас мы узнаем, как она на вкус-то. Я уверен же, она вкусная будет, да? Ой, уже ароматы пошли. Лугов наших. Да, наш вкус, наша земля, коровушки, козочки, да, коровушки, они здесь, да, поля наши. А чё вы пьёте? Я сидор пью. А чё, своё говно не пьёте? Вы, значит, говно, Устал? Держи. 5 крон. О, чё-то не наше. Ну, как тебе сказать? Вроде не наше, да? 5 крон. Наверное, хорошее пиво, да? Нарисованы львы. 5 корон. Премиум написано даже. Кто делает? Так. А, Жигулевская. Наша. Ну ладно. Зато этикетка хорошая. И пиво доступное. Да, и доступное пиво, да. Запах альпийских лугов. Вкус альпийских лугов.
Там коровки альпийские. Альпийские козочки бегают. А хмель-то какой? Прям аж пить и пить хочется. Прям аж слезы идут. Ай, больно. Сатушу берет, а? Да. Берет. Пиво хорошее. Оно пьется легко. Под погоду какую-нибудь, да, нормально будет. Фильм тоже сойдет какой-нибудь. Да. Отечественный. Под наш кинематограф самое оно. Послевкусие, как после просмотренного нашего фильма. Какого-нибудь нашего. Настолько хорошее снимает. И варит хорошее тоже. Пять корон на все пять корон пива. Покупайте, да? Все. Молодец, хорошо. Это тебе наша фишка будет. Спасибо. Давай, отдыхай. Ты это, молодец. Рекламу нам хорошую сделал. Ничего, суки, я выйду, я всех вас сдам. Чё, скажу, куда ты, блядь, выйдешь, блядь? Сука, выйди там, блядь, выйди, куда ты, блядь, выйдешь? На, блядь! Эй, ёптать. Бля, походу уже точно не выйдет. Ролик и реклама. Выйдут. Как вам момент съемок? Отлично. Сильно били? Бодренько. Ребра целы? Целы. Я выжил. Как вам пиво? Пол пива не стоит покупать. Вот, то есть сейчас, когда все ушли, вы можете правду сказать, да? Да. Правда. Махайте ручки. Живите по правде. Как дела? Нормально. Нереально. Тебе не больно? С таким бланшем. Побаливает слегка. Лена, теперь с левой. Можешь ли смотреть, как это происходит?